Уважаемые телезрители, телеканал ТВ представляет прогноз погоды на 10 июня. И я, Олег Шиганов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, большой привет, Андажа Пачировна. По республике в ближайшие сутки сохранится неустойчивая теплая погода. Ночью местами и днем в большинстве районов небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в дневные часы порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 8-13, по северо-востоку местами до плюс 4, днем плюс 20-25. По центральным районам ночью плюс 6-11, днем плюс 21-26. По южным районам ночью плюс 7-12, по юго-западу местами плюс 1-6, днем 23 тепла, по юго-западу до плюс 29. В столице Бурятии ночью без осадка, во второй половине дня небольшой дождь, возможно гроза, ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, днем максимальная температура плюс 25. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 712 миллиметров ртутного столба. Мария Кюри, одна из открывателей радия, была первым человеком, умершим от радиации. До этого никто и не догадывался, что радиация смертельно опасна. Это был прогноз погоды на первом альтернативном. С вами был Олег Шиганов. А после чернобыльской аварии по-новому зазвучала поговорка «Одна голова хорошо, а две лучше».